Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, это Sims 4, второй сезон. Сегодня у нас уже вышел, после Sims 3. Сегодня я продолжаю играть за семью, как всегда, как обычно, следить за состоянием, открывать, сделать то, что необходимо. Скажем так. Так, у нас мать решила посидеть и посмотреть. Она сейчас пойдет покушает. И потом ляжет спать. А дочка у нас принимает ванну. Как и в предыдущей части, мы остановились таким образом. Дочке тоже нужно поесть. Поднять настроение. Грязное, это значит там что-то не помытое, походу. А что именно? Пол. Офигеть. Мать сейчас кушает. Потом после когда поест, она ляжет спать. Дочка принимает ванну, хорошо, все. Сейчас вытерет. Сходит в туалет. Тоже поест. Готовить. Так, по-прежнему все хорошо. Все, мы продолжаем, как всегда, как обычно. Все. Мама поела, сейчас легла спать. Фестиваль у нас, в принципе, понятно, что там фестиваль, там веселье. Красивый фестиваль. Нам, в принципе, туда не обязательно идти. Смотрите телевизор. За это надо убрать. Да, сэмпай. Веселье нужно. Мне веселье нужно. Это мы знаем. Знаем. Мать спит. Так, по-прежнему все хорошо. Все продолжаем. Как всегда, как обычно. Ничего не меняется. Как и в прошлый раз. Только следим за состоянием. Так, у нас дочка у нас учится. Она еще подросток. Скажем так. Давай, все убирай. И ложись спать. Все, у нас пока что еще продолжается. Со временем продолжаем, как всегда, как обычно, следить за состоянием, за всеми. Мать уже выспалась, сейчас мать пойдет в туалет, потом в душ, потом опять пожрать. Потом веселье поднять за компьютером. Так, дочка спит. Ага, веселье не получится. Покушать тоже не получится, потому что мы сейчас будем его чинить. Блин. Еще и потереть придется. Вот потом как раз и пойдешь кушать, и потом веселье.
механика. Поезд. Ну, проигнорировал, поп потерять. Молодец. Потом играть, естественно. Дочка. Тоже уже почти выспалась. Сходит в туалет. В душ. Поест. Нет, пока что никто никуда не идет. Так, этим поесть надо выкинуть. Да. И потом покушаешь. Уже помылась. Отлично. Мать на работу сейчас пойдет. Так. Она учится, так что приготовить нужно тортик. Пока теперь, то есть позаслеть теперь нужно. Подросток. Блин, не успевает, ну ладно. Наука кулинария готова. Сейчас тортик сделает. Теперь сейчас дочка вырастет. Отлично. Пока у нас вроде все хорошо, все в жизни все хорошо. Все успеваем все сделать. Теперь все, она теперь уже будет взрослая, сможет переходить.
кстати, она молодая. Так. Все. Так. Даже это можно добавить еще тортик сразу и Все, больше ничего не делаем. Так, по поводу работы. Нужно ей найти работу. Подожди, она на что умеет? Мне интересно. Ее навыки. Рисование. Да, она будет у нас художница. Да. Работа художницей. Так, а зачем мы это делаем, если проще? Подожди. Мы же можем прямо и сейчас просто рисовать. Повесить все на стену и продавать на товары. Но при этом... Так. Это сейчас. Назовем просто рынок, а торговый. Ну, просто так я написал название. Так, нам нужно построить в первую очередь стены. Но они очень дорогие, конечно. Дешевле не найдешь.
сильно подешевле не найдешь. Придется строить самому. Придется строить самому, да. По-другому никак не построишь. Строим сами. Построишь. Это будет пока на первое временно. Мы его построили, да. Просто это такое у нас пока одновременно такое, да. Только зря мы устроились на работу по поводу художника, если мы можем сами как типа рисовать. Но пока что придется таким образом, ребят. По-другому пока никак. Нам нужны немножко деньги, чтобы построить идеальное заведение. Мы, естественно, построим, естественно. Но сейчас просто мы не можем такую себе позволить. Работа у нас так и на торговый рынок просто так называется. Это там просто так называется. Это все равно смешанное. Дочка тоже будет ходить на работу, только у нее по самому. Сегодня у нее выходной, поэтому она сейчас будет писать книги, но просто на временно, а так по-любому она будет художницей. Просто, скажем так, со временем нам придется таким образом. Что ж.
Продолжаем, как всегда, как обычно, играть. Мать на работе, только не успел поесть, если такое, всегда все плохо. Веселье ей нужно. То же самое, что и у дочки, то же самое, что и у матери по поводу мелодии, значит, они любят музыку слушать. Дочка только и делает единственное, что пишет книгу. За книги она тоже будет, скажем так, сразу второй левел. Да, я и говорю, когда ты пишешь книгу, у тебя навык быстрее качается, если ты просто книгу пишешь. Ну, в реальности надо обучаться по-любому. Yep, it to me. Поела, но Steve.
Abahorn? Haspa. Oh. Играем как всегда, как обычно, вместе, как всегда. Ну что ж, этой серии мы закончим. В следующей серии мы продолжим. Большое всем спасибо.